Белгой с нашим крипом, жанр гадить под названием Вальфарис. Да, это жопа жопой, давайте сохранимся. Так, продолжаем с той же пушкой. И у нас... А, подождите, у нас плазменная пушка, меняем плазменную пушку на ракеты. Так, изменить. Ау. Стоп, в смысле? А, фу, тут страница. Я уже подумал. Улучшить, сколько у меня? Да у меня много их. Может быть, ракеты улучшить? Что там? Повысится у тебя? Повышенная сила. У меня их 5. Да? Хотя ладно. Она ломается или нет? Я понял. Да, она вообще не ломается. Короче, здесь идет уже на скорость. Чисто забейте. Ну, я забрал то, что хотел. Да, здесь чисто на скорость. Кончик. А, я понял, тебя то есть не косит, а меня должно косить. Вот это вообще было несложно. Здесь придется, как я понимаю, перепрыгивать. Видите, главное то, что я зацепляю лишь один, и он пуляет в одну точку. А это мне нравится. С мяча получается там сколько было удара? 3. В чем прикол? Ага.
Я забываю про блок. Забей. Я чисто сдох от обычного солдата. Распилил. И откуда я буду? С качелей. С самых первых качелей. Хотя его можно просто обманывать на выстрел и ломать в рукопашку. Сейчас, да, я буду немного страдать, походу. Ну, ладно, ХП восстановил. Да. Это быстро будет. Если бы оно еще не лагало, вообще, мне кажется, было бы идеально. Что оно фризит? А то оно фризит. Я лучше его так убью. У меня будут проблемы с ним. Видите, тут главное попасть. Так, дальше у нас... Так. До свидания, парень. Хорошо, здесь, походу, будут эти жуки сраные. Что-то я рано, да, это начал делать. Зачем мне... Агр. Вот это агрессивная херь, зачем мне? Ярость. Я просто сейчас думаю, зачем мне ярость. Если здесь будет жукоподобная херь, тогда я встал. Вау! Стопился. С той стороны я не могу, да, взять? Не могу. Аж интересно стало. Блин, я думал, это задник, понимаете? Я путаю и задник, и не задник. Почему бы мне не полагать, да?
что залипание клавиш. Что-то не удивлен. И главное, понимаете, главная херня в конце. Этот... Да. Вот у меня опять залипание клавиш, какого черта? Где защита, бля? Я нажал защиту. Алло. Алло, меня слышно? Понимаете, они сделали то, что нахер не нужно было делать. Они просто взяли и усложнили игру. Нахера? Никто не знает. Так, короче, у меня, в принципе, энергии хватает до босса, ну, до... первого скелета. А, я так не достану. Я так не достану. Но хп у меня много. Короче, два пропускаем, на третий прыгаем. Один, два, три. Вот залипание клавиш, слышите? Я думаю, слышите. Не можешь убить челика, убей его в рукопашку, как и он тебя. А, ну здесь была эта лестница против него. Ну а, погнали. Вторжение, тревога, внимание. Проникновение, доступ заблокирован. Угомонись, железяка, скажи, где король Врол? Врол нас покинул. Так, обратил соль Мари против нас. Мы должны все исправить. Лот Крайв управляет за очищением. Тебе нужно очистить. Хватит это болтание. Я тебя выключаю. А-а-а. Короче, примерно я понял, что из себя этот враг представляет. А,
черта, тут даже... Он даже не показывает то, что он атакует. Вот этот, ладно, кохоть показал. Я просто не могу сейчас собраться, я просто прыгаю, пытаюсь зацепиться за потолок, а он не цепляется за потолок. Невозможно, огромная потеря энергии, сильное истощение, перераспределение мощности. Ну вот, вырубался навсегда. Так, а так, да, мне обратно не подняться. Ну ладно. Так, это мы открыли с вами врата. Оба источника энергии отключены, массивные двери открылись. Теперь путь в шахту освободился. Я смотрю, что тут сейва нету. Хорошо, значит, мне сюда не надо. Зал тирании, Азов. Компактивный рельсотрон, способный пробить сразу несколько целей. Выглядит неплохо. Выглядит неплохо, осталось проверить в деле. Но он шарик эти ваншотит. Пушка отменная. Если серьезно говорить. У нее очень сильно пробивная сила. Так, ну пока что эта пушка чисто для этого уровня. Хотя я могу сделать так. А, она даже больше двух убивает. Это вообще хорошо. Так, ладно, это мы проверили. Пистолет проверили, что по улучшению. Пробивная сила увеличится. Нет, изменить. Да, поехали.
намного скорострельнее, и оно тоже пробивает самого. Но не чисто, что они это пробиться. Короче, оно максимально какое-то количество создает. И все. Дальше он перестает создавать. Ну да, он тоже с одного убивает, но... Кажется, здесь могут возникнуть проблемы. Подожди, они создают шарик? Нет, шарик падает просто. А, что твои шарики не дали? Ой! Его шарики довольно опасные. Очень опасные. Так, мне кажется, ракетницу лучше все-таки улучшить. Хорошо. Что? Окей. Допустим. Так, туда мне сейчас не попасть, да? А не, можно попасть. Так, в принципе, сейчас я могу просто умереть, и я ничего не потеряю, зато плюс фул хп. Минус этих щупалец, они восстанавливаются. Серьезно? Я понял. Я вас понял. Угу. Ага. Ага. Да, я понял. Хорошо. Улучшить. Не хватает. Так, готово. Я понял, класс. Яды сильные. Это дело, что нас даже не представляет с этим, к этому боссу.
А, все-таки да, он за мной летит. Это хрень за мной летит. Так. Попробую изменить. На-на-на-на-на-на. Почему нет? А, так. Там проход снизу есть. Все. Тогда это вообще все упрощает. Это пипец как сильно упрощает, слушайте. Я думал, там просто внизу пропасть. Поэтому даже вниз не думал прыгать. Там, кажется, даже нифига нету. Так, поменять на ракетницу. Оставить. Так, зона буквально кишит опасными микроорганизмами. Это какая-то инопланетная форма жизни, с которой я никогда не сталкивалась. Ты видишь эту тварь? Должно быть, это какая-то жуткая мутация. Скорее всего, она вызвана ядовитой инфекцией распространения этой инопланетной бактерии. Как бы там ни было, нужно положить этому конец. Шарю. Как я могу заблокировать удар, который я не могу заблокировать? Лоу. Блок не работает. Хотя ладно, на один блок я могу здесь насобирать.
смотрите, короче, можно как делать. Он притягивает, мы блокируем, а делаем две тычки и убегаем. Ладно. Довольно сложно улов. Я блок не нажал. Подождите, а вот этот удар, он тоже блокается? Просто если да, тогда может этот враг полностью блокается? Тогда можно ему один удар делать, потом блок один. Осколки серьезные. Почему не блокает? Я нажимаю кнопку блока. Как мне еще узнать, какой мне нужен? О, видите? Сейчас я смог заблокать. Странно работает. Он через раз еще работает. А, у меня энергии уже нету. Так, а теперь вопрос, когда у меня хватает? Что мне делать, если у меня нет энергии? Я, короче, понял, как этот босс работает. Забывай про них. Три удара. Так, пригинаемся, прячем. Я понял. Когда я мог здесь и сдохнуть, оказывается.
железобразный хлыст. Хлыст изготовлен из бесформенной железобразной массы. Наносит удары противника, находящегося на значительном удалении. Странно выглядит хлыст. Я бы сказал, на что он похож. Странные тентакли. Интересно, сколько здесь вообще у нас будет серий? Должно быть, это священная гробница, где покоится создатель Вальфариса и его древние обитатели. Ты прав, Тарион. Но если верить моим датчикам, мертвым в этом катакомбах свой покой потеряли. Мои предки осквернили проклятием. Вальфарис и правда погрузилась в нечистый кошмар. Гробница. Ладненько, давайте я тогда думаю, как вы сразу заменим на наш меч. Может, даже я его лучше смогу. В смысле, я хотел сказать, нашить нет. Бля, ладно, плевать. И давайте тогда, я думаю, мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.